Всем привет, ребята, меня зовут Леон 200, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Майнкрафт, а именно выживание в Майнкрафте, восьмая часть, это, да, ребята, вот, и вы, наверное, спросите, почему я нахожусь в шахте, а не у себя дома. Все очень плохо. Да, я в прошлом видео ходил в шахту и добывал алмазы. Да, вот, нашел 2 алмаза, 23 железа. Кто-нибудь, посмотрите обязательно это видео. Оно называется «Выживание в Майнкрафте, 7-я часть». Ну что ж, я решил еще немножечко тут покопаться, наверное. Может, тут найду. Может, тут еще что-нибудь интересное найду. Может, опять алмазы найду, как вы думаете. Так, давайте, где мы? Давайте факел поставим, давайте железный тут поломаем. Давайте вот здесь с этой стороны немного покопаем. Может, тут что-нибудь да найдем. И что-то пока нифига я не вижу. Ладно. Ладно, может, с этой что-нибудь будет. Давайте вообще в эту сторону копаться. Я тут еще не копал все ни разу. Ну, если не считать, конечно, вон там. Вон то, что я скопал. Давайте сюда идем. Так. И что-то нифига не видно. Пипец. Походу я еще и алмазы не найду. Блин, вот круто было бы, если бы я нашел бы еще алмазов. Вот было бы круто. Так, я еще и тут, кстати, копаться. Ну давайте тут тоже вот как-нибудь вот так вот будем копаться. О, лазурит. Кстати, а у меня лазурита еще вроде не было. Так, ладно. Тут бокс сейчас копал. Так. Так, вот эту сторону будем так вот копаться. Так. Так. Что-то пока. Блин, где алмазы мои? Я их так не могу найти до сих пор. Давайте еще чуть-чуть подальше покопаемся. Блин, у меня железная кирка сломается. У меня же каменный покопаться. Ой, это бесполезно. Так, я тут лыжник подобрал. Ладно. Пойдемте обратно выбираться отсюда. Так, давайте-ка. Может, потом еще сюда вернемся обязательно. Фу. Вот я и достроился, да. И, кстати, я прям неподалеку от своего дома выбрал все это. Хорошо. Да, это чтобы я не забыл, где тогда та шахта будет. И, кстати, сейчас на улице ночь. Да, очень долго я добирался. О, у меня тут как раз пшеница выросла. Пойдемте спать. Вот, на свой второй этаж. Кровать слишком далеко. Точка появления задана. Выключать вечно. Все. Так. Так. Что будем делать с вами? О, у меня тут пара деревьев выросла. Да, тут у меня береза выросла. Смотрю, дуб. Можно добывать их. В принципе, но пока не будет. Так, тут, кстати, пчелочный мядик. В принципе, давайте его покушаем немного. И попьем, или как правильно. Так, так, давай. Блин, нет. Чего-то пчелы не злятся. Ну, думаю, но они, видимо, не против. О, все. Наконец-то. Так, давайте будем железку с вами переплавлять. Давайте, а давайте вообще плавильной будем плавить. Вот у меня там ничего нету практически. Давайте, вот, где у меня тут железо было, вот оно. Да, оно тут, кстати, в 2 раза быстрее прибавляется. Ой, переплавляется. Круто. Так, а коптильня что там печет? Не знаю, еду что ли вроде, да?
А у меня есть вообще еда? Ой, только не сюда. Тут у меня где-то сырая еда должна быть. Или я ее на склад выбросил. Булки. Нет. Господи, сколько я прямо сейчас раз открыл сундуков? Напишите в комментариях. Так, у меня тут... Нет, к сожалению, сырой еды. Ладно, вот как раз сейчас железо переплавится. Нам надо будет новую кирку скрафтить. Вот у меня железо практически сломалось. А у меня тут еще, кстати, плюс 2 железа. Так, давайте. Давайте 3 скрафтим кирки. Раз, два. Ой, 2 точнее, я хотела сказать. Да, вот так вот. Все. Ну, это можно убирать. Так, меч, не, меч. Так, и железо как раз. Блин, постоянно не то говорю. Факела давайте еще крафтить. Так. Блоки на всякий случай возьму. Так, алмазики припрячем. Да, вот, кстати, надо вот придумать территорию, где у меня будут храниться ресурсы всякие. Вот, видите, в правом нижнем углу у меня они будут храниться. Вот так вот, да. Сейчас у меня беспорядок, все-таки надо бы вот так вот как-нибудь сделать. Все, да, вот тут у меня будут ресурсы лежать. Ну, а это считается... Кстати, давайте еще и медь переплавим заодно. Почему бы и нет? Мне тут... Так, давайте половину угля возьмем. Все, ждем. Так, а что пока можно поделать? Так, лазурит. Я тоже сюда сейчас уберу. Так, палки. Сейчас палки мне пригодятся. Пойдем-то огородик тогда соберем. Вырос он немного, да? Кстати, я сейчас что-нибудь скрафтить из нее. Давайте посмотрим, что... Так, отсюда... Так, смотри, зря. Ну, ладно. Все, сейчас подождем. Сейчас скоро вырастет еще пшеничка. Так. Что я тут здесь пшениц могу сделать? Давайте посмотрим. Костер. Откуда я это возьму вообще? Интересно, откуда я эти штуки возьму? Ну, это где-то в ад надо идти. Так, как... Что можно... Там еду какую-нибудь можно из пшеницы сделать. Давайте посмотрим, какую. Если найду, конечно. Хлеб. А печенье, чтобы сделать, нужно какао-бобы. А это в джунглях надо искать. А я не в джунглях нахожусь. Что тут дальше? Торт. Тут надо 3 ведра молока, сахар и яйцо. Так, ну я, в принципе, 2 хлеба могу только скрафтить. Давайте-ка. Так, как у меня железо с медей? О, все, железка переплавилась, а медь? И медь заодно, офигеть. Так, все, офигеть, мне, конечно, идет. Так, тут сюда все убираем. Так, все как положено разложить. Так, а это вообще считается ресурсом? Пусть будет. А, вот ничего, железо тут. Так, что я хотела? Факела скрафтить побольше. Вот у меня 2 штуки осталось только. Давайте. Так. Да, давайте все сразу. Ну, уголь пускай тоже как ресурс будет. Все. Ведро воды я взял. Блоки взял на всякий случай. Я взял меч тоже, взял, да. Несмотря на то, что у меня покорный уже. Пойдемте в то место, где выкопался. Я там даже булыжниками отметил. Вот он, видите. Давайте копаться вниз. Да, это мне займет где-то минут 15, ребят. Так что я включу запись, когда я прокопаюсь вниз. Фух, ребята. Прокопался, да, я знаю, что я не туда прокопался, да, а мне именно в шахту на дно. Я знаю дорогу в эту шахту, где я там находил. Ой, я зашел, походу. Ребята, я походу. Блин, ребята, я застрял, что ли? А, стопы. Стопы, а уж как это? А как это вода сюда не стекает? Аж стекаться, мне кажется, должна, нет? Ладно. Как-то странно. Очень, ладно. Так, я тут отмечал, значит,
дорогу. Дорогу отмечала с помощью булыжника. Вот тут. Где-то. Или не... Не, походу не в ту сторону пошел. Сейчас. Вот, да. Потом два факела еще рядом поставил. Да, видите? Все, и давайте копаться. Ну, там, в принципе, не глубоко копаться. Там... Сейчас мы уже прям сейчас выкопаемся. Да, наконец-то. Фу. Вот он. Так, где мы начали копаться? Вот он, да? Алмазы? И я все... И я их не заметил, то есть? Типа я вот в самом начале видео тут копался, выкопал этот блок и не заметил алмазы? Блин, ребята, кто самый внимательный был? Ставьте лайк. А я добывать алмазы, походу. Ну, давайте. Так, а больше нет, тут ничего, никаких алмазов. Вроде не... Офигеть. Блин, то если бы я сейчас вот тут бы еще два блока вскопал бы, сейчас бы хотя... Сколько я там алмазов? Два вскопал, да. Еще, кстати, когда я спускался, 15 медей, 8 железа и 9 угля вскопал. Офигеть. Так, ну давайте копать. Может, я тут еще алмазы найду. Хотя бы еще какой смысл тут копаться? Ой. Так. Ну, да ё-моё. Отсюда ставить. Так. Где с той стороны тогда начал копаться сейчас. Эти тут близко, мне кажется, нет? Вот эти вот сюда попробуем. Здесь где-то вон там. Сейчас. О, вот, офигеть. Все. Вот так вот обкопал по кругу. Все. Вон, погнали теперь вот в эту сторону. Опа. Я кстати гравий нашел. Блин, жалко, у меня лопаты нет. Сейчас бы этот гравий. Сейчас бы это. Копал бы. Ладно, ребят. Думаю, пора заканчивать. Так, сегодня пробыл все видео в шахте. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И... Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в комментариях. Ну а с вами был я, меня зовут Лен Твести, и всем пока.